Да. Ну, это опасно. Это опасно. Ну, не знаю. Отличие от вируса колоссальные. Вот идет ЦУК на персонажа Лины. Да не играл на компьютере. Если планку не даст, ничего страшного, ему тренинги можно отдавать. Можете меня потом Которых она не закинуть. совершила. Я говорю остальным, можете меня потом за это в честь закинуть, за то, что я Войда вернула. Так я уже тебя закинул. Да его, походу, просто на сервис забанили, он поэтому сюда пришел. Ребята, он просто соскучился за этой доброй, дружелюбной, ламповой атмосферой. Вот эту тактику знаешь? Это, короче, смотри на Синдре, на когда у него остается 7% хп, ты кидаешь боб на БДК. Там, короче, потом автованшот идет с рунического удара, когда он его снимает. А что, протупал есть? Целка, нет? Есть 66 уровня. Зайти. А кем ты в рейзе? Я хантом. Ого! Не, я вообще не спрашиваю. Я магом. Так у меня протопал 66 уровня, че это? Ну или смотрите как, тебе ШП какой-то нужен еще, например? Скорбин. Карабин, ты тут? Да, я здесь. Слушай, смотри, тебе ШП еще нужен? Можно, смотри, какую рокировочку сделать. Я, Ну, в допустим, принципе, вместо я бы мага. взял бы третьего ШП. Я бы, видишь, я бы вместо мага зашел на ШП, а мурковоз пошел бы третьим магом. Как тебе мысля? Так, Там овцы не собирают второй было. день. Да. Открою последнюю вкладку. Передвигать. И делай с ними что хочешь. Да, можешь вот удалить, тащить, вот удали их просто. Не-не-не, не на это нажимай, нет. Вот на минусике, да, нажимай. Давайте потом об этом поговорите. Сейчас пока что сбор рейда идет, либо в другой канал пиздуйте, либо, не знаю, только по касательно рейда разговаривайте. Ну, блядь, я спрашиваю, Скорбин, заходить мне на ШП или нет? Еще один человек сможет пойти в рейд, блядь. Вы тут пиздите, пиздите, блядь, и никто ничего не отвечает, и не пишет, или ничего. Рад встрече. Пам-пам-пам-пам. Подождите пока. Что, на Африка заходить? Я могу зайти, типа, но если их починили. Да их починили, а серьезно. А, ну Там давай война сразу будет. на Африка. Пеппер, заходи, пожалуйста, на этого. Я на Африка. В итоге на комбо-дрога. Вот ты на комбо-дрога, блядь. На кота, Андрей, при заходи на Африка. Аташай, зайди на... На сову. КДш вчера словил с тобой. Понял. А вчера убили, кстати, или нет? Да. Даже на доп. ЕП почти пришли. Две А кто минуты такой еще. клоун Дебилыч? Не знаю, славит. А у тебя Марат в этом хулипале? Да. А в этом этот в четвером таким стапом захилить, я тогда на протопала прыгнул бы. Или ты уже нашел протопала?
Кто релит? Скорби. Нет. Бля. Не знаю, захилят они или нет, но в принципе три топовые хила. Давай арпичную протопал тогда. Почему можешь обратно надо БД ТД? Че, спецом идешь в рейды, где РДПС 330-340, чтобы дать больше 21? Нет, не совсем. Еще бы призаходи на ШПшку, Мурковоз в рейд пойдет, он попасть не может сколько уже. Ну, я, собственно говоря, этот вариант и предлагал. Давай. Войт, на минуту спустись вниз. Вот, слушай, короче, там на перчатках камней нет, ты уже ставил? Давай я сейчас зайду, у тебя есть юба на паладине. Я сейчас на камне, у меня есть камни. И ты сделаешь себе камни и вставишь, и я еще тебя зачарю. Ведь они не зачарят. Тебе не нужно выходить с аккаунтом, это два аккаунта. Тебе надо в Долоран. Я тебе сейчас камни сделаю. Ну, скопление дали. Я только завтра в Турцию улетаю. Ну да. А, я сейчас телепортуюсь к банку Долорана за Удрина. Так меня и найдешь. У меня такой же ник. Что, ты уже в Долоране? Сейчас я камешек возьму, камешки. Так, там нужен красный, желтый и оранжевый, да? Сейчас я обменяю.
Так, лестница. На силу и силу и крит. Эти рецепты у тебя 100 пудов есть. Окей. Да, тапки бисовые, стырила. И ШМ есть. Типа с Герой, собственно, только две шмотки. Типа. Я просто им особо никуда не ходила, но тут шмотки более-менее приличные. Давай, хорошего похода тебе. Так, кого это, с кого идешь? Гвозда. Ай-яй-яй-яй-яй. Все с тобой понятно. Таша, я научилась ищет печати на трэш. На сурке. Да. Насируйся там скилловые, пацаны играли, он, думаю, знает. Да чё? Чавой двадцатку даст, и все, все на задницу сядут. Джерри, он, правда, показывает, где двадцатка, да? Я на двадцатку иду и умираю постоянно. У меня проклятие. За всех. Это шея столу ломает. А, ну это один раз всего было. Мне кажется, два. О, давайте мы сейчас вперед не пойдем, а у нас Мержик ловушки снимет. Эта фигня работает? Сэкономим 5 минут времени. Снимет в скобочках, двоих придется бить. Да, попробуй, сними, пожалуйста, ловушки. Ладно, пойдем на факт. Бейте, блядь. Классика жанра. Ладно, вы пока бейте, я пока не ловлюсь. Ну, только Славику заранее скажите перед профом, что там нужно боб на красном кидать. На цель красного. Да, там надо будет корону на цель красного кидать, но это тебе скажу. Че у тебя такие познания серьезные? Да, вот это. А я о таком не знал, блин.
Еще надо чарджиться в красного. Да, как грубый. А за половину тоже можно. Блять, подошли к ребру, Ваня пишут, чек кого надо. Старчка сумать. Кого-то не хватает. Это сангвини, ты касочки, гвоздатые кулачки, блфайр Б5, пал пищу прода. Килистар заливаешь по Этернити, а Матис по Блфайр. Шкаф поставить или есть? Аура, пожалуйста, разберите паладина, третью не вижу. Белфайр, нажми третью, сангвини на лед, гвоздатый на тьму. А потом еще что идет. В принципе, можешь тоже лед поставить, гвоздатый. Второй мастер аур ты отдашь, первый сангвини отдаст, если что. А, есть рыбка. Этернити — это чувак, который только вкачался? А ты то шаю говорить, Владик, ты? Где? Привет, привет. Здорово. Здорово. Не, рейд не я веду. Я не слепой, я вижу, кто орел. Я просто спросил, это ты или нет. Орелка можешь поставить? Этернити — нормальный хил. Ты говоришь просто, такое жужжание идет. Очень плохой микрофон у тебя или что-то такое. HyperX Alpha, покупай эти гарнитуры и будет нормально. Слышно. Жмите, пожалуйста, лапу, каску, кулак по вару. Каску кулак по воне нажмите, пожалуйста. Скорбин, повтори, кому я имя кидаю. Белфайр. Артур, просьба еще. Тут у этого дауна на коте метки стене. Дай мне длины. У этого дауна это третий. В третьем... Ты этим лице про себя говоришь или как? Что? Не мой чар. А, так я думал, тебе он отдал его. Его погнали. Демон для бафа? По отчету только пуляем, пожалуйста. Okay. Геро. Шипы сыграть? Листар, дай БР на Татана. Татан, дай БР быстрее. Вопрос сорвали. Я вышел на рейндж. По Татану дай БР быстрее, Киллерстар. Бля, я в шипе. Нейромастер, дай на Татана. Хильте шипы.
Ну дайте БР любой друид на Татана, пожалуйста. Нажми мастер, нажми мастер на лед. Гимн ХП сейчас прочитаю. По Татану баф нажмите, прохилите танков, пожалуйста. В шипы сыграйте. Меняйте ауру на лед. Брал ребро. Встали под ребро быстрее. Хильте рейд. Из лужи выйдите, мастер на лед нажми. Карбин опять затащил трай. Да. Давай мне лутера, я буду разролить. Блин. Shadow Tears. Это, наверное, не очень хорошо Эрдру на вихре поэрить. Когда я коту сказал, типа, кот там что-то сначала не давал, потом в шип попал. А потом первого, кого увидел, тому сказал. На main spec танк. Окей. Палпич, вторые диджи. Поставлю сокет на силу. Буду бегать. Это фигня, надо кому-то. У кого дезенчанты? Джеллис, короче, скинь. Это номер вообще. Ну, вон тот, ну, почти. А, я. Кости рез. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей славе. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже... А, заберись меня. По Гиллен спекнись, пожалуйста, сейчас в танка. В первых бомжей нажмешь Теотан, в вторых бомжей нажмешь Поппи Лэнд. На второй фазе первый танчит Поппи Лэнд, Сина пулы в него, второй танчит Теотан. Пейте маны, пробавьте Лока, пробавьте Теотана. Чего им не хватает? Там надо на пулере следить, чтобы когда стаки на танке, мейн танк, чтобы они напуливали на оф танк. Это часто не делают, я за АДК играю, так часто нет. Первые на пул отдадите в Поппи Лэнда, вторые на пул отдадите в Теотана на второй фазе. Каску по Локу, кулак по ДК нажмите. Вой, дай, пожалуйста, кулак по Теотану. Войт, это гвоздатый? Да. Почёту. Бомжей вызывай первых. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего. Пухи снимайте. Снимайте пухи, контрольте людей. Звездочку убить. Пухи сняли, контролим сейчас людей. Контрольте людей. Диакора в приоритете. Законтрольте Диакор. А, понял, там из... Ничего страшного, сейчас не успадет МС, кферните его. Киллерстар на Сангвине, Аматис на контрол хил. Нейромансер на контрол хил.
Стопните, поляди, стопните. Бейте трэш. У меня тоже КД. Ну, это страшно, пускай лежит, лежит. Играйте в трэш. Весь трэш убейте, пожалуйста. К собаку выкатите. РДФ к собаку, пухи сняли, готовимся контролить. Оба еще одного убейте. Пухи снимите, контролите людей. Кота законтролите в приоритете, ферните его. Продлите по нему фирм. Не стану, да. Не веди пока вниз. Все, проводи. Проводи босса, проводи босса. Чуть-чуть буквально спусти и остановись. Три духа в РДД, нормально. Стой на месте. Веди, пожалуйста, под левый трэш. В мили два духа уйдите. Мастер на тьму нажми, мастер на тьму. Контрольте людей, контрольте людей. Вводи, пожалуйста, к трэшу, босс. В другую сторону. Каз бейте, два в РДД. Закливайте в мили-зоне, пожалуйста. В трэш сейчас все сыграйте абсолютно, все в трэш идите. Подведи босса под трэш и трэш подведи под босса. Три в РДД, нормально, пойдет. Массакру нажми и мастер на лед. Проклятие диспельте, проклятие диспельте. Проводи леди, проводи леди. Поднимайте по хп. Пухи внимательно снимаем, контролим сейчас людей. Сняли пухи, законтролили людей. Контрольте. В мизоне не заклеивайте людей. На другую сторону веди, два в мили. Гибный хп, читай шаду тирс. КД. Все, просто. Файди не убейте. Один в мили, внимательно. В трэш сыграйте все. Три в РДД, я вас обманул. В трэш сыграйте в последний. Один в мили проведи. Проведи, леди. Сейчас хлопок будет. Пухи снимайте. Проводи, леди. Два в мили. Два в мили. Туду камбэк на хп, читай. А мать, продлится контроль, там Starfall. Ты кастуй, контрольте его. Саву законтрольте. Проводи лези, два в мили. Давайте в трэш поиграем. Третий трэш убиваете, мало ДПСа. Подводи по трэш, лези. Пухи снимайте. Последний контроль, пожалуйста, законтролите людей, а потом добьем босса. Духи внимательно смотрим. Два в мили, уходите, уходите, два в мили. Мастер на лед нажми, мастер на тьму. Если есть сокру, можешь нажать. Куда еще? Проводи, леди, проводи, леди. Один в мили пошел. Джелис на хп, почитай. Попилаем до захильте. Нормально. Ты как ты 19 кадал? Я в шоке просто. Ага, контроль еще при этом. До 20-ки. Дома трэш развернул просто. Вот, да. Вот эта фигня надо кому-то на фуриков, на ретриков. Остальное джеди скидаю. Там шо минута птютень из пятой пати. Что-что? Шаману тап тютень кольчужную. Так это херня этапки. А у него вообще ничего нету. Ну так 5к голд фарми и покупай на аукционе с хостой. Это нормальные тапки. А, ну нормально, шмотки раздаем.
Да не, ну в смысле, этот крит MP5 дает. На хаст. У него такие же собычки. Окей, передай Джей здесь, пожалуйста. Я отдала уже. Так, пускай с Герой буду. Давай, Трейд, я тебе дам денег, купишь себе с аукциона. Нормально, с хостой. Банк кини, больше пользы будет, он на маунтов на всякую парашу все льет. Ну, ладно, я ему сам куплю, сам ему трейд. Не надо, он потом про тебя мемы будет делать, это не тот человек. Кстати, ну, это Инкорпорейт, а как ты свой БР слил? У меня одном показывал то, что Матис бернул от Атана на ребре. Или вы два БР в одно тело закинули? Нет. Он позже меня отдал БР, не знаю кого. Все, понял. Ну, ты сказал, я уже начал кастовать. Да, ну, ничего страшного, забей, типа, бывает. Диагор, контрол хила, Диагор убил, Сангвини убил. Диагор, а, ГП кидай, кстати. Я кину, да, за это, что ММС, айсбаунд, не слитый был. Там духа 5 взрывали минимум, просто минимум 5. ГП надо кинуть, для профилактики. И инвокера тоже Диагор убил. Ну, на меня убил. А Диагор ты... убил Дуду камбэк, в смысле, что-то я не понял. Дуду камбэк, палец... Взрыв разума, дотка, чума, что, ты чё там? Не убивал, все правильно он сделал. Это что за прикол такой вообще? Ревенж был. Смотри, просто сейчас смотри АФК, смотри духа и накидывай ГП. АФК сейчас на этом. Просто накидывай. Он, видать, просто табл эти цели раскидывал палец. И табнул из видеокора. Ну и правильно, надо было, блин, лучше одного Диакора убить. Пушку займите, алло. Чтобы он убил еще троих. Диакора надо было сразу сливать. Это еще что? Владик нам выкручивал ДПС 19к вообще, блин, просто сумасшедший. Просто сумасшедший. И духов похлопал, да? Ну так походу он бисов и пофиг. Пусть лопает. Минарит сыграл просто. Так его право, он просто ходит, тащит рейды по ДПС. Ничего не ролит. Он тащит и хлопает духов. Не, ну. Хлопок, хлопок один, это ничего не решает. А в какой момент? Ну, если полный даун, то да. Это играет роль. Просто АФКш накидывай ГП. Сами убьемся. И духа всего лишь убили. Нормально. Ой, взорвали. На, походу, пушки, как на их стадии. Значит, щитом поглотилось. Было больше, если сам дан. Это в контроле было, Скорбин. Сейчас посмотрим. Но если кого-то пропустил, скажите, типа, может, я в контроле добыл, взорвали еще одно. У меня реклама только 3 показывает. Палпич накинул. У меня нет автоатаки. Там не было автоатаки. Там есть. СК. Нету. Ну, а, да, сори. Клятва, надо, это сакра. Я не досмотрел. Ну, альпич на скилле получается. Не, я как-то сакру дабл хлопнули просто. Мистер Краб накинули.
Да. Файди накинули. Артур, я в сову? Ну, а что, вы уже убили корабли, что ли? Да. Да. Давай ты в сову, а Джерри с ДЦ будет. Потому что там шиман что-то слабенький, и не хочу, чтобы вайб был. Поэтому решил его в хиле оставить. Белфайр накинули? Да, накинули. Че, открываю сундук? Да, открываю, наверное. Открывай, попер тут сундук. Не, я упал вниз. Смотрите, пожалуйста. Да, все верно. Поставьте еще раз рыбу для павших. Скорбин, ты чекал личку? Да, прочекал. Рольте еще ты. Да нет, не надо, типа я вручную покидаю, мне не сложно. Тем более этот аддон что-то как-то, когда у девайса стоял. Он не всем накидывал. Странно. Обычно кольцо хорошо работает. Типа прям при мне челик хлопал, и ему ничего не прилетало. А рыбку поставь? Попилайн за флодный. Ну что, вы запускаете? Поставьте рыбку, пожалуйста. Рыбку можно, пожалуйста? У кого есть? Этот, вот это кольцо напало, не берется. Ну, в смысле, за половину я имею в виду. А какой? Не, с этого СРС-ки берется. 18-й, пейте бронепота. Это что? Я запускаю орка через 30 секунд. Это не пул через 30 секунд. Здесь ретрик типа отдельно собирается. Плащ с кораблей, кольцо с РС-ки и брасы с РС-ки. Кожаные. Там это как его, Shadow Tears. Сандер, перекинь, пожалуйста, по Пиленду за 10. Ну, танк и штроллил. И тырнить еще ты передай, раз они никому не нужны. Да, да, за половину передам. Давай после орка. После орка все сейчас все сделаем. Астрейд кинь. Сейчас хилить будет. Запустил орка. Я пот выпил. Ребят, продайте два хэспота, пожалуйста. Странными своими макросами. Дайте два хэспота, пожалуйста. Сам там тоже было на маге, не палец. Пошел по домашке. Опять у меня нет настроения вообще бить этого босса. Что там, дался баф или нет? Нет, нету. Нате, что тут не откружишь. Пусть сами эти поты свои пьют. Зачем эту фигню? Давай, демон баф, давай уже, демон баф, алло. Давай, демон баф, давай! Ну все, расслабься. Рост не дали, рост. Первыми ручками собирайте, пожалуйста. Я левых заберу, сагри одного правого. Ромик? Ну в трэш активнее, пожалуйста.
Печеньку заберите. Думаю, заберите, пожалуйста, быстрее. Просто прыгну с собой. Падайте. Падайте. Заебись, я три раза в ротации проебался. Ой, хорошо. А кем ты играешь? Котиком. Я вместо, блин, разорвать нажал дикий рёв второй раз. Все комбо-поинты просрал. А если без доты бьешь, это минус 1000 дпс. А тотал, короче, херовый был, да? Там сколько там тотал? 320. Что, тебя ни у кого пиньета нету? Есть одно зелье дикой магии. А что за обсёр на личе, блять, ПКД просто? Каждый рейд обсёр на этом. На орке, точнее. Вот смотри, ренжа. А я тебе сейчас объясню, почему. Потому что, сука, ранги, блять. Вот, сука, почему. А кто первый умер? Кто может? От танка умер первый. То, что они дали... Ой, не забрали моб. Апсайте умер первый. Апсайте потом Муркалоз метку умер. Муркалоз за метку убил, его просто не прохилили. Ну так, если моб убивает лока, это значит долго... Блять, а чё, что моб должен бить танка, а не лока? Ну так и при чём тут то, что трэш был голод? Ну, просто он под бирстой ударил. Сколько там? Ах, блядь, при чём тут бирса? Как бы... Ну, без бирсы он бы его не шотнул. Он... Когда моб не выросший. Блядь, так он не выросший был, его убил. 41 кусок он ударил, какой не выросший, алё. Это он шотнул. Он по ткани так и бьёт, блядь. Да не бьет он по ткани так. Без этого, без ради. Блин, он в 10 оп. Блять, по миликам, по драгой бьет. 50 только, блядь. По миликам, по драгой 50 бьет. По ткани он, блядь, бьет примерно так же. Без ради. На самом деле это не важно. Сейчас мы упали, потому что попал не берет. Трэш. Ну, либо вызывайте войско. 12 секунд протопаладин может спокойно держать на себе трэш, 4 моба. Я доказал. Я, ну, более-менее понял, как танчить, все нормально. Трэш у меня тоже в рейдах. Я вам на бафы первый. И на бронепоты. Через 45 секунд запущу орка, не нажимайте припот. Оставьте шкаф. Ты что, ты свечаешь, что я пикать под трэш? Не, нахуя, я бью с печати на стан. Почему у тебя тогда мобы убивают людей? Ну либо они рейнджи. Пятый по мобам, скажите мне, пожалуйста, тогда. Какая разница там? Трэш все равно на тебя должен висеть хоть 20 секунд. Запускаю орка. Можешь боб на лока кинуть, если таунтов нету, если он бежит на лок. Дайте лапку. Лок может раскол прожать, когда он агро срывает. Может, там чисто порча. Сейчас сколько таймер, скажите? 44? 43? 39? Нормально. В том, что я когда неправильно танчил, у меня тоже лока мобы убивали. Гера, нажмите, пожалуйста, нормально только. Сколько там добоя достаточно? 10. Я тебе линкую.
Жми дер. Сука, у меня доты забагали. Что за говно, блядь? По кайфу, брат. В трэш сыграете? Заберите мобов. Луну. Не делайте так больше, пожалуйста. Это сейчас под второй нажмешь бомжей. А, забери босс на себя. А пич нажми боб по Белфайру. Доливается боссу. Босса, да, доигрываем. Можешь мастаку нажать. Говорит, что воля упала. Ну, клинок упал. Солдаты, построиться! Похоже, орда возвращается. Ну, это так и работает рекаунт сейчас. Нумерейшн и это, рекаунт нормально работает. 23 сюда. Вот, ты 2.5. По нумерейшн 23 и линка 0. Я скину потом скрин. А чё, куда линка 0? А никто не знает, как нумерейшн, ну, линей сделать точку. Там вальку надо убить, а вы уже сами для этих больших, без танков. Тоша, можешь, пожалуйста, ранги проставить? Пишите его, ДВС. Фай, ДВС, напишите, кому ранг поставить надо. Ты со стерей бил? Да. 14 скайт это купюра, или вот 15. А чё это у мистера Краба 12 тысяч всего лишь? Что за кал? Блин, ну я удивлен. Славик на 1.5 косаря больше дал, чем я предполагал.
РДПС, а сколько у нас вообще РДПС? 350, что ли. Значит, или чё будем кнопки жать? Попадали. Зайдите все под налог, пожалуйста. Дайте все этот гнев небес. Чего? Кабинка без пета, если не считать урон пета, то 20. В смысле не считать урон пета? Если генерейшн, то функция только урон персонала. Понял. А это, зачем вообще это считать тогда? Американцы поэтому считают. Ну это можно убрать. Прикол. Арпически на домах. Ща, но там тебе немножко неудобно, там я помню ЦФКшном боссе скину. Ну вот сейчас прилисаю, видите, я пока вырежу скрин. Вырезай стимирейшн. А у меня... А, нет, нет, кстати, здесь есть стимирейшн. Там более... Там ставьте кто-нибудь этого... Собаку с БДК. Только у меня нет. Вторую тоже активируйте сразу. Мне в небес нажмите только. Дайте по файде Боб. Вовремя главное спадали. Я порезал на касте это заклинание на ведение мышки. Маусовер. Ну ты набери макрос на маусовер в интернете там. Абсолютно только скрин получился. Ну, ничего страшного.